Всем привет, меня зовут Саня. Сегодня я вам расскажу, как делать ролл на стене. Скажу сразу, этот элемент придумал не я, не знаю, кто его придумал, я его увидел у Паши. Для того, чтобы сделать ролл на стене, вам сначала нужно понять, как сделать этот ролл на полу. Это не тот ролл, который вам нужен для страховки, а для того, чтобы понять технику. Приходите вот так, это конкретно моя техника, то есть ставите ногу на стену, рука тоже на стене, эту ногу всовываете и спрыгиваете вниз со стены. Все очень просто. И если вам нужен туториал ролла, вот, перейдете по ссылочке, Пип Андерсон вам все объяснит. Это 100 пудов не вот так. Вам нужно забежать на стену, точно так же, как вы делаете конга, с одной ноги, врачика. Делайте ролл. Для начала покажу, как делать ролл на наклонной стене. Все, кто начинает, все начинают с наклонной стены, потому что легче понять, освоиться как-то и дальше переходить на вертикальную стену. Есть еще одна техника ролла по наклонной стене с шагом. То же самое, тот же принцип, но также точно бежите по одной ноге. После того, как вы закатились, поставили руку и ногу на стену, вам нужно повернуть голову так, чтобы она увидела место, куда вы должны спрыгнуть со стены. Очень важно понимать, что это вертикальная стена, а не наклонная. Гравитация здесь будет вас сильнее притягивать к полу, и вам будет тяжелее крутить. Помните об этом. Стена вертикальная, 90 градусов. Особо хитрого выполнения этого элемента нечего сказать. Научитесь правильный ролл на земле, затем научитесь правильный приход на стену и сход с нее. Если отбиваете костяшки на тазу, значит, делаете что-то не так. Оденьте кофту и пробуйте дальше.